Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг. Продолжаем наше приключение в Elden Ring за мага. Так, нам надо кое-что сделать. Так. У подножья лестницы закоулки сели. Тут квестик такой небольшой. Я его начал проходить и не закончил еще. Надо найти одну девицу. Пнуть ее иголкой. Я что-то не могу понять, где она. Как до нее добраться. Хотя уже могу. Этот телефон меня поражает, блядь. Этот Google Ассистент, блядь, сам по себе включается, блядь, от каждого. Ух, нихера себе! Это что за ловушка, блядь? Да ладно, блядь! Тварь какая, а? Задел меня все-таки, сволочь. Опа. Опачки. На-ка тебе. Не достал. А так если... Как барашки блеют. Бабочка Эони. Бабочка Эони. Мы соберем здесь все. А вот и девушка эта плачет. Я слышу ее плач. Так, есть тут еще кто? Кто тут? Всякого. Привет. Привет, куст. Какие они мерзкие, блин, кобздец просто. Привет, Кейти. Так. А, это она плачет, так я думал, ты креветка. Да, кряхтит. Так, надо благодать активировать. Ох, кто там? Впрочем, какая разница, если у тебя есть хоть капля ума, ты уйдешь немедленно. Мою плоть разъедает красная гниль. Это проклятие, человеку нельзя с ним связываться. Говоришь, если я уколюсь иглой, это излечит красную гниль? Но как? Неважно, я уже все решила. Я лучше доверюсь тебе, чем буду дальше гнить изнутри. Тебя не затруднит на минутку отвернуться? Поворачиваю. Да, на себя эту иголкой тыкай. Что ж, это оказалось не так уж и трудно. Но почему мне так? Что, откинулось, что ли? Не должно так быть. Давай пока фляги прокачаем. Окей. Подожди, что-то там еще такое горело. Они пометили теперь кругляшочками, смотри. Я должна кое в чем признаться. Да, моя мать даровала мне предназначение. Но сейчас я действую по собственной воле.
Я стремлюсь сделать мир лучше, по-своему лучше. Это только моя мечта, моя и ничья больше. И я никому не позволю порочить ее. Даже тебе. Так, девушка у нас одыбалась. Давай ее на превьюшку сразу возьмем тогда. Вот так вот. Отлично. Пошли поговорим. Я надеялась, что снова тебя увижу. Приношу свои извинения. Тогда я упала в обморок, даже не успев поблагодарить тебя. Твои слова оказались правдой. Стоило мне вонзить в себя иглу, как красная гниль тут же исчезла. Даже кошмары перестали меня мучить. Мне верится, что я снова могу двигаться свободно. Наверное, я никогда не смогу достойно тебя отблагодарить, но прошу тебя, прими этот скромный дар в знак моей признательности. Наследие протезоносителя. Я собираюсь отправиться в путешествие. Когда игла вонзилась в меня, я хоть и смутно вспомнила о своем предназначении, и все благодаря тебе. Меня зовут Мелисента. Надеюсь, судьба еще сведет нас вместе. Наверное, сведет. Так, что она там за медальоном дала? Увеличивает ловкость. Понятно. Понятно. Надо меня задерживать здесь. Окей. Прикинь, это пустота, блин. Сверху прям вот эта пустыня, где мы с Роданом дрались. Прикольно, да? А это что за говноболото? Это такого мамаша с детьми, блин. Нахер креветки тоже нахрен. Здесь что у нас? Ой-о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 й. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Кто это там? Хрена себе, целая армия скелетов, представляешь, вылезла. Не надо! Не бей меня колотушкой своей, скотина. Сваливаем отсюда. Ах. Не хочу здесь больше задерживаться. Драконий курган Грейол. Так это, я здесь был же вроде. Ясный перец. Зачем я сюда опять пришел? О, кстати говоря, это башня, я на нее ж так-то так и не залез. Я, в принципе, и не хочу на нее лезть. Мне не сюда. Нам не сюда. Так, у подножья лестницы сели. Давай нам сюда. Нам надо зайти в лачугу теперь. Быстренько проскачем этих магов. Я уже их тут убивал всех, короче, зажигал тут три огня в этом городе, блять, гребаном. Они в меня вот так вот пуляли, сволочи. Да пошли в жопу, блять. Сволочу. Ага, сейчас, блять. Хрена с два вам. Мы зайдем вот с этой стороны, потому что там сидит злая собака. Она, в принципе, слабая, но все равно. Так, здесь был мужик, но его здесь нет, который нам эту иглу, собственно, сделал. Как сделал? Заколдовал. А, здравствуй. Это место почему-то показалось незнакомым.
Вот я и решила прийти сюда, надеялась кого-нибудь встретить. Но я никого здесь не нашла. Наверное, мне нужно было с кем-то попрощаться. Впрочем, это не важно. Главное, я отправляюсь в путешествие, и все благодаря тебе. Я должна быть сильной. Ну ладно, отправляйся в свое путешествие. Так. Все, здесь все вроде все, погнали. Я тебе все время теряю... это место. Прям не вижу, и все на карте. Ну где оно, где оно, где оно? Ищу, блин. Могу найти. Интересно, с кем нам здесь драться-то придется? И где это вообще? Это внизу? Или наверху? Если внизу, то это плохо. Скорее всего, это внизу. Да кто, блядь? Опять скелеты, что ли? Ото Альтус. Блин, реально, что ли, внизу? Точно, блин, прям в ущелье там. А как мне туда спустить? А дальше как спуститься? Тихо, ты чё? Как далеко до сюда. И потом, если что, великан, падла, сидит. Еще один. А где это, черт, я деревья? Не догоняю. Да здесь. А, прям вот оно. Отлично. Так, кто здесь будет-то? Знаешь, что хреново, что нельзя духов призывать себе в помощь на этих заданиях. Хаос не требуется. Почему опять кровавое пятно? Впереди слабый враг. Это не кровавое пятно, а вообще-то. Торнуса в мир релея бездействующего, блядь. Подожди, блин. Релей бездействующего. А, ну давай попробуем, только, блядь, страшно. Очень страшно. Где он? Падла! Да чё за херня-то, блин, я чё там встрял-то, блядь, где-то? Где я там встрял-то, блядь, там камень или чё, блядь, нихера не понял, слушай. Релей, блядь, бездействующий. Сейчас тебе покажу, тварь. Как надо пёхаться, блядь. А где мои руны, блядь, теперь? А, здесь камни, блин. Встрял в них, сука. Хорошо, что души здесь. Давай-ка вот так вот. И вот так, блядь. Бей быстрее! Бей! Да, блядь! Сука! Я не успеваю, блядь, начать херачить его кометой, блин. Чё за бред? Как она долго заряжается, а, блядь?
Ой, бредятина какая, бля. А если я перед этим выпью, то это херня будет, правильно? Так-то он не очень сильный, блин. По идее, он просто очень, как сказать, блин. Очень быстрый, блин. Эта комета так долго заряжается, ёп. Да отвали ты, блядь, от меня, дебила, кусок! Да тварь, а какая, блядь! Отстань, говорю, мразь, блядь, поганая! Смотри-ка ты, блядь, пристанет, блядь, как тварь. Ну чё, блядь, релей бездействующий? Чё, тварь, блин? Отбездействовал, блядь, своё. Тварь, блин. Ой, блин. Релей бездействующий. Пузырек Крепуса. Черный ключ болт. Так, а что это у нас там за блестяшка? Гребаный, блядь. Релей бездействующий. Брось, ты застал меня врасплох сначала. Я не изучил местность. Ай, грёбаная лошадь, блядь. Куда ты так скачешь-то, как дурак, блядь? Сука, ёп. Вонючий, блядь, конёк, горбунок, блядь. Чё ты делаешь, блядь, придурок? Спасибо, блядь. Так, вулканово поместье, блядь, поехали. Шлямбрандия, блядь. Так, чё там это? И ещё твое письмо. С тобой надо поговорить, кстати, или нет? Вижу, тебе удалось справиться с очередным поручением. Вот твоя заслуженная награда. Прошу, возьми. Змеевидная костяная катана. Что ж, похоже, пришло время поведать тебе об истинном владельце этого поместья, владыке Рикарде. Древо Эрд не спасло на погашек благодать, однако этого было мало для выполнения столь грандиозной миссии. И погашие быстро погрязли в мелких склоках, как и хозяева осколков, что бросились за власть после раскола, боролись. Наш владыка взбунтовался. Горе от возмущения, он отказался драться за жалкие объедки. Горя от возмущения. Если древо Эрд и сами боги решили смешать нас с грязью, то в ответ мы поднимем знамя борьбы, даже если за это нас обвинят в ересь. Мы во главе с владыкой Рикардом поклялись, что не успокоимся, пока не завершим начатое. Если ты ступишь на сей доблестный путь, то однажды узришь владыку. Его встреча с нашими героями — настоящее представление. Жду не дождусь этого дня. Спасибо, бля. Чё там за катана-то, бля? Бля, нах. Чёрный нож. Стальный нож. Жало скорпиона! Мечи всякие, блядь. Так, кристальный меч. Тайный меч.
Меч ночи и пламени. Так, 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 так. Эка, а вот она. Ловкость 22 нужна. Физически 120. 47 плюс 175. Подожди, я нормально все со снаряжением. А нормально все. Усё нормально. Так, что там? Какое следующее, блядь? Кого следующего замочить? Письмецо уже лежит. Красное письмо, блядь. Странные звуки. Ты тоже их слышишь в поместье? Они доносятся из-за стены, похожи на дыхание или шелест чешуи. Ой, что я говорю? Это же невозможно, должно быть, я просто устала. Типа намекает, что там тайные эти проходы есть. Ничего, ничего, мы уже там все обшарили. Ну и ну, бунтарство у тебя в крови. Вижу, я в тебя не ошибся. Вот, возьми. Письмо Берналу. Это особое приглашение на охоту за первыми погашами из крепости Круглого Стола. Примешь его, увидимся на поле боя. А если я не хочу? А если я не хочу его принимать? Письменный запрос вулкана поместья, где упоминается имя погасшего жертвы. Это последний запрос, поэтому письмо ярко-красное. Джуно Хослоу, рыцарь крови. Его можно найти на вершинах великанов. Точное местоположение отмечено красным на карте. Карный бабай, блядь. Что за рыцарь, блядь, еще? Ну, рыцаря-то мне, наверное, не победить. Они все какие-то прыткие, блядь. Так прыгают, блин. Кометы их не зашибешь, блядь. Кометы же ты не можешь крутить, блин. Так, в какую сторону мне идти? Мне, пожалуйста, метку. Почему я где-то здесь? Понятно. Мне же наверх надо залезть. За нахер? Нахер, бляхер. Поближе там нигде нету костра-то, блядь. Это херня, если честно. О. Ни хера не понял, блядь. Иное озеро. Может, мне оттуда, блин, будет проще? Оно где-то на горе, а как туда, блядь, пройти? Ничего не понимаю. Метка там. Да нет, блин, мне как-то надо наверх подняться. Слушай, а как это сделать-то? Почему у меня наверху нету благодати? Я что-то не понял. Что за хрень такая? О, тут грёбаные скелеты, блядь, здорово. Отвалите от меня, не хочу с вами дело иметь. Здесь явно должна быть где-то благодать. Смотри, сколько тут скелетов грёбаных. О-о-о. Они уже меня взяли, блядь, в прицел. Идите вы в жопу, я не хочу с вами драться, блядь. По одной простой причине вас надо два раза, блядь, добивать. Не айс. Ч
Че, реально тут благодати нету? Как же так? Огромный где-то ходит. Я слышу его шаги. Блять, вы задолбали реально. Просто кладезь скелетная, блин. Да иди ты в жопу, блядь. Вы чё, лодочник где-то? 100%. Ёб твою медь, блядь. Ты чё, дурак, что ли? Отстань от меня. Уйди, противный. Сейчас окажется, что это внизу. Прикол, блядь. А я наверх скакал. Ой, я здесь не был, блин, по-моему. Ты, блядь, не попал, что ли? Как так-то? Руины звездочетов. А где звездочеты? Я здесь не был, да? Ну и нахер. Здесь можно призывать духов, как ни странно. Что ты делаешь, блядь, дубина? Опять взял, выпил, блядь, банку. Не на ту кнопку почему-то жму, не знаю почему. Дайте мне благодать, пожалуйста. Сестрица, куда ты делась? Это... Ты же обещала, что когда нам исполнится 14 лет, мы отправимся смотреть на звезды. Понял. Я так долго ждала, кажется, целую вечность. Говорящая медуза. Слеза? Неожиданно. Короче, впереди... Впереди собака. Сестрица, куда ты делась? Я с ней не могу поговорить, если... Собака? Я собака. Призыв попробую. Впереди враг отсутствует. В смысле? Закрыто печатью. Что делать нам? Слушай, у меня нету это. У меня нету духов таких, это медузы, по-моему. Так это благодать. А, не, есть. Ах, дорогая сестрица, наконец-то ты здесь. Не будем тратить время, давай увидим звезды. Где-то спала печать. А! Прикол, блин, слушай. Красивый разговор. Вот террас. Интересно, блядь, что здесь? Кого нету, кроме сундука? Клинок изначального блестящего камня. Изначального. Понимаешь, изначально блестящего камня. Где он? Так, ладно. Здесь мы разобрались. Нам так-то не сюда вообще.
по другому поводу. Я бы благодать хотел, конечно, найти. Прям очень она нужна. Позарез, так сказать. Но я ее не вижу. Где? И это очень плохо. Еще один какой-то мост. Блин, что серьезно? Внизу опять где-то? Да это как... Опа, стоять. Кузнечный камень мрака. Камень мрака 9. Можно еще прокачать катану, наверное. Да я, блядь, пошел-то. Я же не сюда шел вообще. Замок какой-то. Зверолюди. Зверолюди, отстаньте от меня! Где у вас благодать, лучше бы сказали? Малое древо Эрд, бля. Да тут все подряд. О-о-о, бля. Ну тебя в жопу. Я не хотел. Я не хотел. Чем ты морозом будешь стреляться? Какое настырное дерево, блядь. Спокойно, блядь. А, не успею, сейчас долбанет! Мочите ее, пацаны, с большими щитами. Она усилила себя. Пацаны держатся пока что. Пока что. Все, задушманили. Хорошо, бля. Мы чуть не погибли. Лазурная кристальная слеза. Багровая слеза в пузыре. Ой, где эти слезы смотреть? Я уже не помню, блин. А, вот. Слеза в пузыре, блин. При добавлении восстанавливает ОЗ на грани смерти. Ненадолго позволяет не тратить, а на это у меня есть. А где там еще какая-то багровая, что ли, была какая-то? Ладно. Деревом подрались. Блин, я не за этим сюда шел, блядь. А тут целый этот, блядь, мир еще. Прикинь. Даже вон туда можно как-то сходить. Интересно. Я шел подраться с каким-то чепушилой, блядь. А подрался с деревом. Ждано негадано. Вижу благодать. Зашибись. Чтоб потом можно было сюда вернуться и делишки тут свои поделать всякие. И хера у меня, блин, 134 косаря образовалось. Давай-ка отдохнем. Тем временем 34 минуты. Повысить уровень. Так, жизненная сила. Мудрость. Мудрость до 68 добьем.
Погнали, где это? Метка моя. Как туда попасть? О, замок где-то ходит. Замок? Блять! Серьезно, блин, опять ты, тварь поганая. Да встаньте вы, чё, блядь? Вас тут слишком много. Извините, а я не хочу с вами сражаться. Мне как-то вниз надо попасть. Ой-о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 й, что-то жестко там летит, да. Ну да, вниз надо. А как? Как мне вниз-то спуститься? Ёкарный бабай, блин. Постоянно какие-то квесты, блядь, надо выполнять. Мало того, что и так очень огромный мир, еще, блядь. А, во, поток вижу. Догадайся, как спуститься, блядь, куда-либо. Хоть совсем уже. Это уже. Кто-то с кем-то месяц. Кулачушка какая-то, давай заглянем. Капюшон странствующей служанки. Я-то не служанка и вообще не женщина. Можно я не буду этот костюм примерять? Ну такие, блядь. Деритесь, деритесь. Пока что. Чё, давай попробуем. Подожди. Давай попробуем. Да, да, нет, нет. В следующий раз будем пробовать. О, где? Долбует, сука. Да пошел ты вон. Ух ты, мать твою. Дай выпить! Сука! А! Застрял! Можно его убить. Можно его убить. Просто надо повнимательнее сказать. Не повнимательнее, а удача, удача. Главное это. Где мои руны? Вот, дайте. Пошли в лачугу, встанем и выйдем из игры. Лачуга гигантов. О, на этом у меня все на сегодня. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.